19 человек, в том числе 5 детей, эвакуировали из горящего дома в Лесосибирске. Пожар в 8-квартирном деревянном бараке начался поздно ночью, когда все спали. Очаг был расположен на крыше. По всей видимости, произошло короткое замыкание. А уже оттуда огонь распространился по всему зданию и только чудом не перекинулся на соседние. Потушить пламя удалось только через 3 часа, но дом сгорел полностью. Сейчас все его жильцы размещены в пункте временного пребывания. Решается вопрос о предоставлении им новых квартир.